Это ненадолго. Пусть они выяснят, что с тобой, да? Не бросайте меня. Всего на пару дней. И соскучиться не успеешь. Сьюзен, все, нам пора. Хватит уже с этим тянуть. Будь храброй. Ты сильная. Я это знаю. Знаю, тебе тяжело покидать дом и семью. Но у нас больше шансов понять, что с тобой происходит, и защитить тебя. Никто меня не защитит. Все твои вещи в той сумке. Коул и я всегда рядом. Если что-то случится, просто позови, и мы сразу примчимся, ладно? Спокойной ночи. Будь умничкой. Ладно. Где бы тут переодеться? Надеюсь, хоть тут у них камер нет. Идем, ушастик. Сегодня спим на новом месте. Я выключаю свет. Спокойной ночи. Стойте! Можете оставить свет в коридоре? Я не люблю темноту. Ладно. Вот так? Да. Ложись. Пока. Не бойся, Айден. Мы сейчас просто уснем. И ничего не случится. Не могу заснуть, Айден. Расскажи сказку. Thank you.
что... Нейтан, что-то происходит. Что-то происходит. Что-то происходит. Джоди! Зови врача! Быстро! Ничего. Все будет хорошо. Айден и больше не боится.